Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Так, тут у нас закончилась коронация. Надо выбрать какое-то задание интересное поиграть. Дополнительное на скеллиге Дух Свободы, например. Но я не помню, какие там книги нужны. Можно рок, нитинг, башню поделать. Это необычный туман. Покончим с этим. Пошла. Но. Давай, плотва.
Или нет, я не знаю. Ну это про жемчуг что-то. Хватит болтать, к бою!
Это зря. Я думал, что... И будете делать, когда переведутся все выселиски, пешие, великаны. Но! Ярлу представьтесь. Он здесь властвует. Мама! Знаю я таких, как ты. Суп из бараньих голов. Сейчас будет готов. Приветствую, путник. Я нашел украденный рог и убил воров. Досадно. Люди-то были не злые. Они не оставили мне выбора. Как насчет награды? Возьми. И в следующий раз убивай лучше чудовищ. Я на охоте у
ты там понимаешь? Друг я, избавитель народа. Увы. Да пошел. Хватит ты. Уже. Теперь помедленнее. Погодите, погодите. Вот это и правда смешная. Чем отличается нильфгаардец от утопца? Наста. От великана нас избавил. А, еще одна такая бородатая шутка, и ты отправишься плавать с ними. Думаешь, правда? Так, надо барахлище-то продать вначале. Кстати, уровень 53 уже стал. Отлично. А, гляньте-ка. Куда прешь? Ау! А топором умеешь махать, а? Ты чужак. Думай, куда идешь. Моей маленькой Морган завтра день рождения. Не знаю, что. Ты еще что? Ну, гравировка. Значит, вернулся. С удовольствием. Через деньги-то у него. Будь здоров. Бессонная ночка. Интересно. Будь здоров. Если слабая рука его держит. Правда? Так, призрак с Эльдберга. Это как раз про призрака возле маяка. Сделаем это задание. Счастливо, спасибо за теплый прием. Да, Геральт. Эти двое ребят, которые ко мне прицепились, кто они такие? Кори и Краки. С ними одни неприятности. Так же, как и с Лейфом, их отцом. А это кто? Интересная фигура? Это смотря кому. Если тебя интересуют лжецы и трусы, то очень даже интересные. Я редко вызываю такое оживление. Должно быть, нечасто у вас здесь гости с большой земли. Конечно, нет. Если кто из Тимерии или Редании и отважится приплыть на Скеллиге, то заходит скорее в Каэртрольда. Там порт хороший, купцов много. И ярл на приезжих благосклонно смотрит.
Бывай. Кто-то помог Брану уйти на тот свет. Вчера он еще черным шеи ломал. И вдруг что? Вот так история. Ну и ну. Подойди ближе, незнаком. Тут я вспомнил, что есть задание помочь сыну Лугаса. Вспомню, где это на карте у нас. Ладно, пока не буду делать тогда это задание. Драться расхотелось.
Следы сирены, очень большой сирены. Грозная владычица глубин. Видно, когда-то ей здесь воздавали почести. Обычная сирена. Та же самая чешуя, что и на алтаре. Культ Мелюзины возник не просто так. Наверняка это ехидна жила очень давно. Когда-то она впала в спячку, а теперь проснулась и проголодалась. Сбросили с большой высоты. Интересно, кто это?
Не любишь серебро, да? Thank you.
Ты чужак. Видно, ты не местный. Что тебя занесло на спикерол? Кажется, у вас здесь есть какая-то работа для ведьмака. Ну да, сестра мне всю плешь проела. Вот я для вязчего спокойствия и вывесил объявление. По правде сказать, я и не рассчитывал, что кто-то заинтересуется. В чем дело? Да вот жених у сестры пропал. Люди болтают, что он просто сбежал из деревни. А она вроде как видела, что его чудище утащило. В пещерах на побережье поселилась старая эхидна. Я ее убил. С трудом. Эти пещеры — дурное место. Когда-то там приносили жертвы мелюзине. Значит, Брит правду говорила. Это эхидна Нильса утащила. Страшно глупо я себя чувствую, что собственной сестре не поверил. Возьми его, ты заработал. Бывай. Еще раз спасибо за помощь. С удовольствием. Будь здоров. А кто же? Еще куча вопросов тут. Но тут только на суше.
тяжко было прибить всю эту чертовщину. Давай, плотва! Здравствуй. Кто для тебя эта чародейка? Йеннифер, да? Сидит возле хавчика, молится. Могу я тебя оторвать от молитв? Можешь. Они все равно ничего не дают. Говорят, на тебя наложено проклятие. Ну да. Гляди. Видишь лошадиную голову на жерди? Это... Нитин. Разновидность проклятия. Я уже видел такие. Они приносят несчастье, иногда даже смерть. Да. На нем вырезано имя моего первенца. Тьялбы. У него лихорадка, он слабеет день ото дня. Боюсь, прежде чем сойдет луна, мне придется его хоронить. Я сам пытался снять проклятие. Все напрасно. Я могу тебе помочь двумя способами. Во-первых, я могу уговорить того, кто поставил Нитинг, чтобы он сам снял чары. А могу отразить проклятие обратно, написав имя проклявшего на жерди. Так или иначе, надо знать, кто за этим стоит. Но я никому не навредил. Я не знаю никого, кто мог бы желать мне зла. Значит, придется поискать. Нитинг. Могущественное проклятие. На древке вырезано имя. Тьялви, сын Лотера. Цвет свежий. Здесь стоит осмотреться. Это что? Женская шаль. Характерный узор. И характерный запах. Запахов. Дальше нас меня не поведет. Надо расспросить об этой шале. Я понимаю так. Здравствуй. Пристанем к Хойгеру. Немного с ним надо подзаработаем. Было выходить за мужчину. Привет. Привет. Позволишь взглянуть на твои травы? Увидимся. Удачи тебе. Вот бы мой Свен был таким. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. А ты дрался с драконом?
А! Хочешь взглянуть на мост? Тебе здесь делать нечего. А как он домой? Драккар купить надо. Разбоем? А мне-то что? А тебе что сюда принесло? Не трой, а то... Узнал короля правду? Твой сын будет ходить на драккарах ярко? Проси меня завтра. А тебе что сюда принесло? Это брось! Мое почтение, ведьмак. Да? Чего ты хочешь? Может, знаешь, кто носит такую шаль? Конечно! Йона, наша травница. Она вон там живет, в той хате. Вот она обрадуется, что ты ей принес пропажу. Ну да, очень обрадуется. Я нашел твою шаль у дома Лотера и нитинг, который ты там поставила. Откуда ты знаешь? У меня были только подозрения, которые ты подтвердила. Ты знаешь, что Тьялви одной ногой в могиле? И хорошо. Этот ублюдок вообще не должен был родиться. Это я должна была выйти за Лотера. Я. А он бросил меня ради этой неряхи. Пусть теперь получит свое. Он и его хренова семейка. Ты убьешь ребенка из ревности? Это правда? Тут не в ревности дело, а в гордости. 10 лет мы жили вместе. 10 лет! Я ему готовила, портки стирала, ложи с ним делила. А он бросил меня вот так, без единого слова. Вся деревня смеялась. Ну и глупая же эта Йона. И ведь сдалась. Вот уж нет, не сдалась и не забыла. Я хочу, чтобы ты сняла это проклятие. Я это сделаю. Но только если Лотер отречется от сына и вернется ко мне. Я передам ему твое предложение. Но, кажется, уже знаю, каким будет ответ. Все из-за того, что она с этим разломчиком И как? Ты знаешь, кто поставил нитинг? Твоя старая знакомая, Йона. А я должен был догадаться! Завистливая сука! Чужое счастье ей глаза колет! И что? Снимет она проклятие! Только если ты отречешься от семьи и вернешься к ней. Нет, никогда! Я бы опозорил и жену, и сына! Обрек бы их на нищету! Ты должен отвести проклятие! Пусть она умрет. Всегда выбирал отвести проклятие и ни разу не говорил ему «не сделаю это». Но если да будет так, то просто не будет этой травницы, все. Я не сделаю этого. Йона этого не заслужила. А мой сын? Он заслужил? Нет. Но ему не обязательно умирать. У тебя есть выбор. Хорошо. Если это спасет Тьялве, я вернусь к этой змее. А ты... видеть тебя больше не хочу. Люди говорят, что от хлопот лучше средства. Mm-hmm.
Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Следующий раз пошаримся тут по вопросам, я думаю.